рад тебя приветствовать в нашем боте. Ты попал в бот, который может позволить тебе в самое ближайшее время выйти на хороший доход с помощью трейдинга. Причем это, я говорю сейчас не про классический трейдинг, а про более усовершенствованный современный вид трейдинга, в котором у нас, например, есть ассистент. Ассистент что-то наподобие искусственного интеллекта, он нам отбирает сигналы, присылает сигналы точки входа, но мы дополнительно еще отбираем их. Также у нас есть свой собственный разработанный индикатор на сервисе аналитики TradingView, и он тоже круто помогает вообще с минимальным временем, да, с минимальными затратами временными добиваться очень хороших результатов в трейдинге, то есть получать стабильные хорошие результаты. Это все реально. Трейдинг и особенно криптовалюта, они могут дать действительно очень многое. У меня, например, мне трейдинг с криптой дали квартиру, да, машину и возможность путешествовать. Я вот в этом году сейчас вот еду по Анапе, поехал на рабочую тоже встречу, по обязанности, если быть точнее. Вот, здесь у нас жара. Сам я родом с Архангельска. Вот у нас там уже прохладно, градусов 15, здесь 30. Поэтому мы сейчас на месяц сняли квартиру вообще за сущие копейки, там буквально за 25 тысяч рублей. Вот в Анапе сняли квартиру на месяц. И сейчас просто, да, купаемся, загораем. И периодически, да, я взял с собой ноутбук, просто, торгую, сижу и провожу рабочие встречи, общаюсь с ребятами, с трейдерами, то есть, так вот классно. В этом году мы уже в апреле слетали в Турцию на Средиземное море, в июле катались в Москву, в Питер тоже ездили, и вот сейчас у нас начало сентября, мы поехали вот в Анапу на месяц пожить, дальше посмотрим. И все это благодаря как раз-таки вот крипте и трейдингу. Ну и от себя хочу добавить, конечно, это не кнопка бабло какая-то, это не сказочный какой-то там волшебный, да, там подарок небес. Нет, здесь надо, конечно же, тоже работать, нужно приложить усилия, нужно приложить достаточно усилий, но, повторюсь, вы находитесь сейчас в боте, и у нас есть инструменты, аналогов, которым нет вообще ни у кого. Вы не найдете, никто вас вот так вот не обучит трейдингу и не даст вам такой инструмент, который за вас на 80% будет выполнять, в принципе, все, как бы, да, действия. То есть он будет анализировать за вас рынок. Это наш помощник, ассистент, да, бот-ассистент. Он анализирует за вас рынок. 5 торговых бирж, более 2500 торговых пар. Вот, присылает вам сигналы, и вам остается только проанализировать их дополнительно, разобраться в стратегии, что немаловажно, и это позволит вам правильно входить в сделки, выставлять стоп-лосс и тейк-профит. Вот. Это поначалу может показаться не так просто, но я точно вам могу сказать, что оно того стоит. То есть, крипта вам даст все, что, в принципе, вы готовы будете унести. Мне там, да, вот, дала Кадиллак. Например, далеко не в кредит, за наличку я его взял, как раз таки, да, вот это все сфера криптовалют. Поэтому пользуйтесь, я ни в коем случае не хвастаюсь, нет, просто я понимаю, что иногда, да, нужна мотивация, чтобы понять, что в какой-то сфере, в новой особенно сфере, можно заработать денег, и их действительно можно заработать достаточно много, но надо поработать. Вот, все необходимое мы даем, поэтому пользуйтесь, моя поддержка, да, на протяжении тоже там и обучения, и в боте для ребят периодически провожу разборы вопросов, мы это разбираемся вместе, вы попадаете в чат с ребятами, которые просто также, да, там новички, кто-то уже, кто-то более опытный, они вам тоже подсказывают, все вместе общаются, у меня даже есть ребята, которые там, да, вместе торгуют в этом чате, тоже такое тоже есть, поэтому это вот такое комьюнити, которое будет вам очень полезно, вот, не поленитесь, зайдите в бота, разберитесь и пользуйтесь, потому что это действительно очень крутой инструмент.